Еще одна инициатива общественников нашла воплощение. Стараниями активистов на территории скандально известного парка «Изумрудный» появилось общественное пространство. Выглядит оно весьма необычно, как небольшой амфитеатр под открытым небом, сделанный из деревянных поддонов. Как рассказала автор общественного пространства Ирина Рудыка, изначально этот проект она представила на прошедшем форуме «Алтай. Точки роста», где театр из поддонов выступал примером того, как можно с помощью самых простых средств создать полноценное общественное пространство. Теперь оно обосновалось на территории парка. Таким образом, Ирина и ее единомышленники хотят оживить пространство «Изумрудного». Причем пользоваться этой площадкой для проведения концертов, встреч и остального смогут все желающие. Мы хотим создать онлайн-ресурс, да, возможно, это будет просто Google-таблицы, где ребята, инициаторы, организаторы мероприятий, каких-то событий смогут просто зайти и вписать свое событие. И также любой житель города сможет зайти, перейти по этой ссылке и увидеть расписание. Пока в ближайших планах организаторов музыкальный квартирник, который пройдет уже на следующей неделе. Общественное пространство сделано из поддонов, часть одного из проектов развития «Изумрудного». Напомним, с начала текущего года заброшенный парк оказался в центре внимания барнаульских общественников. Инициативные группы разработали три концепции развития территории. Предполагается, что ближе к концу текущего года жители города должны проголосовать за одну из них, которая затем и найдет свое воплощение.